Спортсмены готовы? Судьи готовы? Поехали, файл. Поединок 8 минут длится. Напоминаю вам, перед вами мастер спорта международного класса по грэпплингу, двукратный чемпион мира по грэпплингу, пятикратный чемпион России. Что же нас ждет сейчас? Попытка зайти на треугольник. Проходит гард. Идет позиционная борьба. Особенностью грэпплинга также является то, что в отличие от классических видов борьбы, не всегда, когда ваш противник находится сверху, это означает, что он победил. То есть противник, находящийся снизу, периодически гораздо опаснее, чем тот, кто находится сверху. Идем борьба за позицию. Настоящие болельщики понимают все тонкости ведения поединка. Судья напоминает соперникам, что необходимо активнее вести действия. У нас финальный поединок. Весовая категория до 77 килограммов. На ковре двукратный чемпион мира, мастер спорта международного класса. Пятикратный чемпион России. А Джефф Монсон здесь бы делал север-юг. Обратите внимание, что правило позволяет начинать как стоя, так и в партере переходить. То есть каждый из спортсменов выбирает первую половину. Да? 20 секунд до баллов. Баллы. Закончилось первые 4 минуты. Давай, давай, пойди, вот так, хорошо, вот так, вот так. Сейчас, давай, пойди, пошел, пошел, пошел.
швы, а помню, помню, дальше. Чего ты швы? Олег, вернитесь на ковер. Итак, победа в данном поединке. Победа болевым приемом на руку. Одержал чемпион мира по грэпплингу Багов Олег.